Ну что ж, ребятки, я вас приветствую. Давно мы не виделись в таком формате, именно влог. Давно не было таких видосов, прошло 2 месяца. Был видос про машину, вам он очень понравился. Большое спасибо вам за комментарии. Все комментарии я читал. Реально, большое вам спасибо за поддержку. Постараюсь, наверное, почаще выпускать подобные видео, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду вам очень сильно благодарен. Машина — это хорошо, но сегодня пойдет речь о том, что я переехал как бы в дом. Я вам покажу свою комнату, я вам покажу, как я переезжал, покажу рум-тур там и так далее, поэтому видосик получится реально интересный. От вас жду максимально просто активность, давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я уже полностью переехал, интернет мне уже провели, все как бы работает. Возможно, еще сегодня будет стрим, когда вы это смотрите. В общем, ребята, вот такая вот обстановка. Я уже все вещи собрал, стол как бы разобрал, компьютер, мониторы там и так далее. Короче, все здесь лежит. Как бы вот здесь у меня стол стоял, компьютер там и так далее. В принципе, вот это все вы наблюдали на протяжении как бы всего времени. То есть именно здесь я как бы работал, снимал ролики, там стримил и так далее. Весь багажник забит, сзади тут компьютер, стол лежит, а в багажнике уже там несколько пакетов этих одежды, блядь. Так, сейчас, короче, выдвигаемся уже, надо выезжать. Все, в принципе, сейчас включаем узончик и вперед с песней, так сказать. Все остальное уже потом покажу. Ну что ж, ребятки, получается рум-тур. Я сейчас вам покажу, где теперь у меня рабочее место. Немножко вам покажу дом, покажу, где стоит автомобиль. Короче, сделаю вам такой рум-тур. Надеюсь, то, что вам понравится, как бы. Из меня, конечно, обзорчик не особо хороший, но я реально постараюсь. Ебать, бицуха, ебаный рот, блядь. Вот это качок, вот это мужчина просто. Мужчина, блядь, сексуальный, блядь. Как бы я в ПГТ, пацаны, теперь живу, поэтому, ну, блядь. Других ебать не имеем, нахуй. Понятно, блядь. Ладно. Там туалет получается. Я его показывать не буду, блядь, смысла нету. Здесь просто комната, как бы обычная просто комната. Кстати, есть кондёр. Это охуенно. Самое интересное, это вот в этой комнате. Вот так вот заходим, ебать. Опа-ча. Опа-ча, опа-опа. А что это такое? Стул пока что такой, потому что мой стул не влез ко мне в машину. Пришлось бы делать 2 ходки, поэтому я решил здесь остаться с ночевкой. Ну, хотя бы со спинкой, не табуретка, как была тогда, помните, давно. Здесь у меня шмотки валяются, не обращайте внимания, но я только сегодня приехал. Только вот комп поставил, все. И нужно не забывать, ребята, нужно не забывать просто. Знаете, про кого? Как бы заходите, играйте вместе со мной. Вы, думаю, прекрасно понимаете, то, что я там играю, но вдруг не знаю кто-то, ребята, заходите просто на Амазинг, ссылочки есть в описании, я играю на Yellow серваке, поэтому буду вас реально ждать. Приходите, будем вместе играть, кайфовать там и так далее. Сам еще кайф то, что есть окно, ребята, это прям охуенно. Там, где я в квартире жил, тоже было окно, но у меня прям рабочее место вот так вот выходит на окно, вот именно так я и хотел, понимаете, у меня комп как бы не так стоял, потому что там еще видно, понимаете, мой автомобиль, мой любимый Жигуленок. Вон он стоит, ребята. Вон он, беленький мой, красавчик просто. Для него теперь есть тоже местечко.
там открываются ворота, можно на машинке заехать, ворота закрываются. Я вам это тоже все покажу. Ну, блядь, тут надо на самом деле делать ремонт. То есть, видите, обои уже здесь старенькие такие, надо делать ремонтик. Но самое главное есть, рабочее место есть, охуенное просто, блядь, мне прям нравится. Кровать есть, как бы, тоже надо здесь будет поубирать туда-сюда. В принципе, что еще надо? Шкаф есть. Вещи туда я тоже потом сложу. Я думаю, здесь, в принципе, все понятно. Комнату я вам показал. Теперь пойдемте, я вам покажу двор и покажу, где стоит машина. Ну что, ребятки, вот как бы двор, в принципе. Я не знаю, что здесь показывать, на самом деле. Вот, получается, сзади меня дом. Дом, получается, трехкомнатный. Это, получается, кухня. То есть, кухня здесь отдельно. То есть, дом отдельно, кухня отдельно. То есть, это реально хорошо, на самом деле. Есть туалет, получается, в доме. Есть туалет на улице. Есть душ на улице. Есть душ в доме. Ну, просто, как бы, обычная кухня. Такая старенькая. Здесь еще печка есть. Здесь, получается, стол есть. Плита есть, холодильник есть. То есть самое главное здесь, в принципе, есть. Так, я, получается, вылез немножко наверх, чтобы вам показать, получается, вот этот дом. Вот это, в принципе, кухня. То есть территория здесь, на самом деле, очень большая. То есть двор реально большой. Вот, если вы посмотрите, получается, вот это все, как бы, это все территория именно этого дома. То есть территория здесь реально огромная. Так, ребятки, теперь давайте я вам покажу, где стоит мой, как бы, автомобиль, на котором я приехал, на котором я привез свои вещи, которые меня уже выручают. Про машину тоже будет отдельное видео, потому что я владею уже и 3 месяца. Вот, получается, дом с этой стороны, то есть вот мое окно, последнее, и выходит оно прямо на машину. Ворот открываешь, как бы выезжаешь. Здесь территория была заброшена, она заросла, поэтому не было как на машине заехать. Ну а сейчас, в принципе, на тачке можно как бы спокойно и заезжать, и выезжать, как бы все заебись. Не, ну малыха вообще солидно стоит, блядь, нормально. Конечно, не самая лучшая парковочка, но лучше, чем ничего. Но если вы на этом ролике реально наберете 200 лайков, то я максимально быстро запишу видео про машину. То есть все зависит только от вашей активности. Если вы хотите видеть в будущем влоги, чтобы они чаще выходили, поставьте лайки и можете еще подписаться на канал. Ну а так, в принципе, больше ничего показывать нечего.